Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Наша команда разработала программное обеспечение для видеопроекции на стены и предметы интерьера. Мы создаем мультимедиа-инсталляции в музеях и картинных галереях, оживляя экспозиции. С помощью программы PogoMax Designer можно за несколько минут создать проекцию и подстроить ее под элементы интерьера. Мы реализуем проекты под ключ, от поставки проекторов до разработки видеоконтента. Пример реализованного проекта – триптих Васнецова «Каменный век». С помощью 4 проекторов 3 картона общей шириной 9 метров объединены в единый панорамный экран. Мы разработали анимированное видео на тему экспозиции, в котором показан еще один экспонат выставки – бивень с древней резьбой. Совместно с сотрудниками музея мы озвучили видео, рассказав об истории создания картин и биографии художника. Мамонты – это не просто вымершие животные. Это определенный символ, связанный с ранней историей человечества. Сейчас очень ценится резьба по бивню мамонта. И в экспозицию включен бивень, украшенный резьбой известным мастером второй половины 20 века Геннадием Кривошеиным. Для экспозиции «Художник и море» Ханты-Мансийского государственного художественного музея мы подготовили анимацию картин Айвазовского. Парусник, изображенный на полотне «Приморский вид», путешествует сквозь работы мастера, оживляя их и знакомя посетителей выставки с творчеством автора. Создается эффект погружения и ощущение реальности происходящего. Также проекционные инсталляции создают в зоне отдыха, где посетители прослушивают информацию о выставке. Установив оборудование, его используют круглый год, адаптируя под тематики разных выставок. Проецировать можно прямо на стены помещения или другие поверхности без использования специальных экранов. С помощью нескольких проекторов можно создать живые полотна на всех стенах зала. Программа PogoMax зарегистрирована в Роспатенте. Наша компания аккредитована в единой информационной системе госзакупок. Мы реализуем проекты в любой точке мира –